Горчица есть, хрен есть, тарелочки стоят пустые, значит, сейчас будем рыбу пробовать. Марат, подключаем, проверяем. О, как у стоматолога. Не, это мой борщ вернулся. О, она уже снимает. Друзья, всем привет, с вами я, Скрип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, Марат, Джан. Всем шалом. Не расходитесь, мы таки будем пробовать. Ах, как попробуем. Короче, я иду в холодильник за твоей порцией. Вчера заливное мы делали. Его тарелочка вошла, моя не вошла. Надо было ушки немножечко подрезать, но мне уже стало жалко. Иди сюда, моя хорошая посудина. Ёлки-палки. Ну, она застыла и на улице, да. Я сегодня села в машину, Марат, что прогревала. Что ты торопишься? Ты дай людям немножечко, как это, блин... Извините. Подождать чуть-чуть. Что за человек такой? Ай-яй-яй. Так, я сейчас и твою тарелку принесу. А что, нам одной мало, Марат? Взял и вывалил. Ой, Марат, сразу Сережа. Все рассказал. Так, сейчас, а ну-ка. Засосало. Холодильник, холодильник. Выходи. Ты еще вчера домой не успел приехать. Ладно, если ты уже начинаешь рассказывать, так я тоже что-то расскажу. Короче, домой он еще не успел доехать. Я подглядываю, вообще именно дубина такая. Часов, наверное, да? Да сразу. Маратик, это было видно, когда уже клеились руки даже на теплом этом. Та-да-да-дан-да-дан. О, боже мой. Ого. Катя, холодец нервно завидует, елки-палки, по консистенции замерзания вот этой штуковины. Кидай туда на гриль, а? А вот. Та лучше застыла. Просто. Да ты что, одинаково, как она может по-разному застыть. Кать! Поломалась? Это я про то, что у тебя в голове бубенчики одни, елки-палки, звенят. Как она могла плохо застынуть, если это праздник? Я даже не знаю. А пахнет как, Марат. Сейчас даже на этом шикарном солнечном морозе. Но у меня уже полный рот слюни. Обычно это в конце видео, а тут Боже в начале. Мой. Так у нас вчера конец был без конца, елки-палки. Мы же не дали людям по губам помазать. А сегодня начало, а сейчас, без начала. Да, ну что, ну давай аккуратненько. Тарелочки есть, быстренько попробовали. И будем готовить из этого карпа другое блюдо. Я же сказал, что будет прямо неделя какая-то это. Холодных закусок из рыбы. Да просто тупо из рыбы. Еврейской кухни в Одессе. Что, это надо врезать? Марат, даже нож плохо берет. Слушай, вот это замерзло. Точнее, вот это застыло. Точно Новый год скоро. Вообще. Ну, я предлагаю тебе даром не стоять, а как это? Ну, рюмочку под это дело организовать. Хотел сказать всем нашим подписчикам, которые вдруг пропустили вчерашнее видео. Да-да. Рецепт этой рыбы вчера, не завтра. Да, у нас очень внимательные подписчики. Всем огромный привет. Кстати, и спонсорам. Опять 21. У нас как этот, поробы на елки-палки. 21 человек, ребята, вот всех люблю, чтобы они были здоровы. Что я хотел сказать? У него же, видишь, рюмочка. А у меня? А ты сегодня в город поедешь? Да. И привезешь мне аленький цветочек. Какой еще? На Левитана заедешь в Дрофу? Нет, конечно. Пару бутылочек. Катя? Выходной впереди. У тебя как там? По шабатам будешь употреблять? Я за Серегой пытаюсь от солнца спрятаться. Ты себя так будешь вести, так я вашей маме позвоню и скажу, что я немножечко недоволен. Позвони, Сереженька, позвони. Слушай, а что, а мое? Ну, правильно, сначала Марата съедим, а потом нашу. Когда он уедет, Марат, Катюня, передай весь этот цимис. Ёлки ты палки. Это Марат еще и горошек там. Какой-то шикардос. Ну что? А мне тарелочку ты не приготовил, да? А я знал, что ты мне в пиве откажешь. Ну, у меня еще есть надежда, потому что я взял три вилки. Не, я же хочу еще и отсюда немножечко отшмалять уголок. Слушай, сделаешь доброе дело? Вот прямо, пока я маме не позвонил, вот в этой тарелке ее и отвезешь. Какой тарелке? Вот в этой, в большой. Да? Ну, а чего нет?
Ты что, думаешь, что мама не любит? Марат! Хрен! Сначала попробуйте без ничего. Да, я просто открываю, и у меня есть ложечки. Это вообще-то едят, а не всасывают. Что ты как за человек? Учись. Я сначала хочу вот это вот. Ё-моё, силикон, ты посмотри. Обалдеть. Прямо какой-то бесподобный секель, я бы сказал. Ты бач? Это не руки у меня, это на ветру. Дрожит. Чуть-чуть мне не хватает соли, а так идеально. А, серый. Вот не удивили, Марат. Это комбо. Это вот комбинация. Такое? Нет. Просто без. Это, я не знаю, мед какой-то. Это комбинация уксуса с сахаром. Да тут соли не надо. Это шедевр. Это. Очень. Это просто какой-то рыбный шедевр. Я уже могу попробовать их. И с чем-нибудь? С хреном, да. Рыба такая упругая. Какой ты very good. Ну давай ты с хреном, я немножко с горчицей. Горчица это серьезно, я ее знаю. Катюня, на, ты первая попробуешь. Спасибо. На здоровье. Ну. Я предлагаю, чтобы так каждый. Эй, давай. Очень чтобы так каждый рецепт начинался. Как? Ну, начинаем, пробуя то, что готовили вчера. Угу. И не пробуем в конце, оставляя на завтра. Угу. Катенька, попробуй с хреном. Обалдеть. Марат, сейчас попробую, сейчас вы уже напробуетесь, я положу камеру и спокойно попробую. В удовольствие. Ненадолго, Марат, ненадолго. Ты что? Это очень вкусно. Бесподобно вкусно. Сладко-кислое блюдо. То, что доктор прописал. А текстура у рыбы? Ну, прямо фуагровая. А знаешь почему? Уксус ее такой сделал. Ну, я знал. Друзьяки, на самом деле, те, кто не видел, вернитесь туда. Бесподобно. Во вчера и посмотрите, что это за прелесть. Сделай паузу, я не могу, меня заливает, мне надо именно стыдно покушать. Вы уже 10 минут снимаете только пробование. Следующий или новый? Охрен. Он левой рукой берет, а правой держит. А кукуру? Под меня косит. А кукуруза? Короче, ребята, вас ждет удивительный, замечательный, великолепный и самое главное быстрый рецепт из нашей шикарной вкусной рыбы. Продолжаем рыбную тему. Да. Ты что, баба Катя лично выбирала? Да. Проверяла, как дышит. Баб Катя, таки утро доброе. Спасибо огромное. Доехала, еще и дышит. Да, свеженькая. Ох, люблю вас, целую. Шо, свежак. Так, опять мои ножницы. Чпунь на арену. Маратик, да, смотри, мы можем шлепнуть из всего. А можем, у меня просто лежит там еще кусочек вкусного карпа. Оставим на юшку? Да, давай сделаем из одной филеечки чисто красивенько да, покажем, нам покушать. Покажем, да. Потому что я этим заливным уже наелся. Бесподобно вкусная вещь. На самом деле, мне очень быстро, нереально вкусно. Света вчера спрашивала, что мы будем готовить на Новый год. Ага. И, кроме оливье. Я вот думаю, что я такого карпика себе обязательно забамбахаю. Ай, по-любому. И холодца еще наварим обыкновенного, традиционного. Все будет в порядке. Так, мне надо что? Маленькая дяди Колина миска. Так, это сюда. Это для запчастей. Короче, сдуем сейчас быстренько филеечку. Давай, что, чем? А ну дай мне этот маленький коротыш. Это же для разделки туш. Так я сейчас... А что, чем не туша? Сазанчика. Катюша, отойди. Надо луску разбивать. О. Все, вздынь и готово. Фу.
И вот и что, опять дилемма. А, давай вот этим вот. Опять вот это будешь сейчас филировать, да? А я только одну филечку сдую. Одну? Да. А вторую? А вторую я сказал, что оставлю. У меня лежит кусочек карпа. И что будем готовить? Да юшку приготовим. Завтра юшку готовим? Может, не совсем завтра. Марат уже устал. Не, боже упаси, я не устал. Просто устанут наши зрители смотреть все. От рыбы? Ты что? Это рыбная неделя, Марат. Я тебе хочу сказать, что на канале много видео, а видео за рыбу там больше всего, поэтому... Ну, такого не было. Слышите? Плюс-минус. А завершающий пожарим карася. Новогоднего. Дед Мороз. Не, ну тогда мы месяц будем, а не неделю готовить. Точно. Рыба. Это же рыба у меня в крови, елки-палки. Не прекращаю наслаждаться, как он это делает. Филигранно, да? Да. Ты успокойтесь, мне уже как дежавю какой-то. Да, уже и я посмотрю, Сережка. Что ты там делаешь? Что, беру и оголяю косточки до хребет. Красиво у тебя получается. А потому что с любовью. Мурат, что вы там ты грохаете? Ты ногой там закрываешь? Нет, ногой. Не-не, забирай. Все, я уже тут этим буду, иголочкой считать Роберти. Короче, ты разделывай свое филе. А ты куда? Пойду дитлахи посмотрю. Проверишь? Угу. Давай. Хорошо. Все. Марат, что вы делаете? Я сейчас буду просто нарезать яблочки. Так ты ж не рассказал. Там будет мед, яблоки, мука, соус бесподобный. Сразу веди людей в курс событий. Может, им ингредиенты не понравятся, так и смотреть видео не будут. Яблоки берите кислые. Да. Это будет подушечка у нас такая. Под рыбку, но она будет в конечном итоге очень съедобная. Кислые яблоки, у нас будет много меда, поэтому вместе все получится идеально. И соус надо будет смотреть внимательно. Я дам всю примерную плюс-минус распальцовку, в смысле граммовку. Разгромовку? Да. Ох ты мой хребетик. Все, а это на самом деле пойдет на юшку. Ой-ой-ой-ой. И что? Готовить будем в чем? Сейчас я быстренько покажу. Блин, теплая вода. Кто придумал это чудо творение? Природа, гейзеры. Кстати, может, у нас гейзеры, я даже не проверял. Ой, твоя любимая сегодня... коробочка. Да. Я, между прочим, Катюня. Тебе ее помыла, ты заметил? Катюня, спасибо огромное. Посмотри, прям зеркало. Ну, я бы не сказал, что прямо зеркало. Ну, вот так вот зеркало. Катюня, ты пока чистотой этой хвасталась, я и забыл сказать, что сегодня будем готовить на гриле. Эх, ты, Charbroil, спасибо. И вот эта штука, ребята, грильщики, я думаю, что у вас уже есть, но если нет, обязательно обзаведитесь этой вещью. Это просто что-то. Это его любимая карта. Емкость. Да, ты шо? Там... Там... Спокойно, к нему же идут гаджеты. Что тебе надо? Что-то хочет. Слышь, надо еще один оператор. Один для животных. А другой нам пригодится. Для ребер. Ну как не снять такое? Ну смотри, кошка ломится. Там стоит. Дайте ей заливного. Кайли, мы не все маме отдадим, еще и тебе будет. Хочешь так, хочешь сяк. Короче, это пусть лежит. Еще и крышечка в подарок. Что мы делаем? Филе я померил, подходит, все нормально. Яблочки ты почистил, вот так вот красивенько бахнул? Ребят, почистили яблочки вот так вот по 3-4 миллиметра шириной. Прям вот так насыпаем. Довольно плотно. А ты не хочешь ускорить процесс? Я вообще думала, что он сейчас по одному будет выкладывать. Ох ты пузатенький. А, я понял, ты там не помещаешься. Это просто сгреби их вот так вот, а мы тут сейчас замерзнем. Все, шмаляй. Я что могу сделать пока? Сделай, пожалуйста, переверни рыбку. Ага. Буквально 3-4 разреза по коже, такие неглубокие, чтобы... Не стягивало? Не стягивало, да. При термической обработке. Ёшкин кот. Как ты говоришь? 3-4, он сказал. У тебя 8-10. А главное же не до этого. Ух ты, удобно. А я тебе говорил, что у нас штука вещь, не, как это, незаменимая. Все, Марат Джан есть.
Это вот сюда. Изюм жарим? Ставь сковородку. Пиу! Жарить изюм надо? Гриль, твой выход. Как удивляешься, как будто мы никогда не жарили изюм. Впервые жарим. Да ты что? Серьезно? А ты не помнишь наши пловы сладкие, где мы жарим изюм? Катенька, не делайте нам нервы, елки-палки, а то мне хочется тебя к доктору записать. Запиши, Сергей. Что-то с памятью. Память проверить. Девичья. Так, баллончик открыли, конфорочку зажгли. Не пачкаться. Фунь, и готово. А подсветка актуальна днем? Ничего же нет, конечно, всегда красиво. Всегда красиво. Марат, на сухую просто беру и обжариваю. Нет. Тоже нет. Каплю. Буквально каплю. Она меня сбила. Каплю буквально. Так мы будем сейчас делать, надувать его именно как на этот? Ну да, да, только с луком нет. Все, теперь понятно. Теперь... А я думал, ты просто хочешь аромату придать. Это у тебя капелька, да? Просто, просто сковородка широкая, ты увидишь, она его размажет. Та лишнее мы же не заберем. А только обжарим. Топлененького сколько? Ложечку. Все. Так же, как и капелька. Там капелька, там ложечка. Так и готовим. Эх ты. Опача, смотри, как красиво сейчас поедет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ты что, дорогу забыл? Ты хочешь, чтобы он посередине? Слышь, я сбалансировал только что масло. Марат, я какой-то сенсей непризнанный. Где твоя катана? Сенсей. Спрятал Марат. Скажи мне, изюм пойдет тоже подушкой или это будет основа соуса? Он пойдет на подушку. На подушку. Это тоже что-то еврейское рецепт? Ты знаешь, не знаю. Даже не помню, откуда я этот рецепт взял. Он тоже очень старый. Ага. Где-то или подсмотрел, или кто-то мне рассказал. О! Затанцевала! Одна луковица, ребят, вот на это себе. И хватит, да? И хватит. Ну, прям как это, новый ракурс тут. Причем правой рукой заметь, а я левша. Кому что. Каждый из вас себя хвастает. Она говорит, я новый ракурс поймала, понял? Короче, залезла на лестницу, этот правой рукой отмочил. Ты что? Ребята, извините, у меня с вашими талантами здесь нечего делать. Давай. Короче. Иди пионы сажай. Вводи изюм. Эх ты, а сколько? Весь? Давай половина такого. А ты разношерстный взял? Да. Ну, так вот. И у меня талант есть изюм жарить. О, это красивый такой. Набубенивать. Этот мой свист, да. Давай. А так вот и тот не хуже. Этот темненький, этот светленький. Слушай, зашпаклевало. Утрамбовали, молодцы. По-честному. Все, мешает. Вот. Ребят, мы уже как-то, когда готовили пловы, мы вот так делали обработку тепловую изюму. Он сейчас начнет превращаться, как бы надуваться, как будто виноград. Стоит. Обратно будем из него делать виноград, только луковый. Да, сегодня с луком. Ну мы же не просто там делали. В прошлый раз мы добавляли при этой обработке водичку с сахаром. В этот раз не будем, потому что у нас в рецепте будет много меда. Вот самодостаточно вот лук и изюм. А ты знаешь, что я тебе скажу? Что, весь? Бабахай. Слава богу, я думал, что не договоримся. Это же будет вкусно, а потом будет жалко, что этого это мало. Это будет гарнир. Вот эти яблочки, которые я нарезал, и угу. Вот этот изюм, это практически гарнир к этой рыбке будет. Сладкий такой, да? Ага. Яблоки, поэтому обязательно берите кислые. Чтоб не слиплось у вас от этого карпа. Ах ты! Дай что-то поделать. А все, ждем. Дай хоть мед открою. Открой. Тюнь! Родненький. О, я вчера искала, не могла найти. Где ты его поставил? А ты не там искала? Ну так я так и поняла. Блин, опять засосалась. Ах. Опача! Боже. Ёлки-палки. Это же нектар. А где поварёшка моя? Марат, сколько ты сал надо? Ну хватит этого. Надо будет где-то около стакана. Ты посмотри на этот мармелад.
Он замерз. Один половник, значит, да? Смотри, Катюша. Не, не один половник, больше. Около стакана 200-граммового. Марат, где-то... это большой половник. Тебе видно эту прозрачность? Грамм. Не расходуйте много меда, Марат. Как будто бы жидкое стекло. А ты стеклодув? Да. Я медолив, елки-палки. У меня другое слово на языке. Где лопатка, Серега? Марат, а у тебя там на столике возле гриля? Не отвлекай меня, у меня тут что-то я этот, как это, скульптуры леплю, только не держится. Ладно, блин, идеально красивейший. Понравилось, да, тебе? Мед. Катюша. Да подожди, я только что чупа-чупс придумал. Иди покажи, какой тут чупа-чупс тоже. Марат, он такой вытворяет. Мой хороший, иди у меня лучше, елки-палки. Иди сюда. Марат, посмотрите, что он делает. Иди лизни, мой родненький. А? Ты что, пару слов о вашей сладкой жизни. Как Жора вы, капнет, капнет как сейчас. Вы так, кто? Кать. Да я был у доктора, у меня все нормально, чего она должна капать? Слушай, это что-то бомбиссимо какое-то. А? Капельки воздуха. Это вот природа надарила. Вот природа научила пчел такое делать. Ты что? Лизни. Да я не хочу. Сегодня же этот международный день. Кого ты, Марат, говоришь? Секса. Секса, кстати. С праздником вас, девочки. Ага. Ребята, чтобы у всех такой чупа-чупс был, да. При виде вашей маленькой. Блестящий, сладкий. Марат, я не знаю, как его остановить. Он не может просто остановиться с этим медом играться. А то не надо мне было говорить, что сегодня праздник такой. А при чем тут мед к празднику? У меня же фантазия. И шо? Ну так я, мне кажется, что там внизу не ведро, а ты. Ты такой балда, редкостный. И оно именно так вот красиво себе. Прямо именно. Слушай, а что ты смеешься? Подожди, Катюня, у меня же было. А, где? Марат со своей закуской, молодец, еще и колбаса. Ага, вот это да, положу тебя аккуратненько здесь. Видели, ты же помнишь, мы были на барахолке, а? И купили. Да, орешка. Орешки делать. А это не орешки, это сосательные конфеты это на палочке. Это орех вы тоже так я себе покупали. Думаю, если сахар потопить, уксуса добавить, там есть рецепт несложный. Короче, сюда залить, палочку ставить и детям дать пососать. Нет, там есть специальный рецепт, а не так, как ты думаешь. Там молоко еще добавляют. Катенька, здесь чупа-чупс не хуже. Посмотри, как набубухались эти изюмки. О! Тихо, ну мешай медленно, чтобы ей кадр не мешать. Обалдеть, какое сегодня сочное, сладкое, великолепное блюдо. Под любое настроение подходит. Даже если у тебя плохое, считай, что его нет. Просто, а пахнет, как этот луковый изюм. Все, еще минутку, и мы снимаем это. И фати, да? Да. Не, ну гриль, скажи мне, ну жари так, как никто другой. Но это... Гриль, это гриль. Он таки умеет. Фантастиш. День секса. О, боже мой, Марат. Ты что, заливного переел, родненький? Мы прям какую-то ему VR с тобой придумали, елки-палки. Все, ребят. Мне же ходить неудобно. Что? Выключаем. Чпунь. А соус когда варить будем? Сейчас. Вот это все перекладываешь прямо на яблочки. Красиво. Да, варились. Слышишь, как там свадебный вальс? Та-да-да-дан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 . Тренируйся. Да. Это просто праздник какой-то. Марат как придумает что-то, как придумает что-то. Ой, ты когда это попробуешь, тогда ты поймешь. Тогда ты это тоже запомнишь. Надолго? Ты шо, бабах-трах-бах, и опять как новая. Вот же ж, шо за блюдо, шо за блюдо. Его полюбит даже Люда. Ну шо, где? Сотейник? Сотейник. Поджигать? Маленький огонь. Это мы таки умеем. Самый минимальный, самый идеальный. Ребят, вот на одно вот такое филе у нас филе из 2,5-килограммового карпика. Где-то так. Короче, вот. Килограмм филе. Где-то чуть меньше стакана меда. 170 грамм. Я же говорю, половничек. Слышу, Сереге тут такой половничек. Марат, а ну отрежь ножницами. На полкило. Что ты издеваешься? Я шучу. Такого чупа-чупса вам хватит, Марат? Хватит. Все, сейчас я его сам отрежу и потихонечку сюда его загоню. Мы еще сейчас 15 минут играться будем?
Не, сейчас будет быстро над горяченьким, типа. Ну, типа как будто. Так ты положи уже туда половник, тебе же он уже не нужен. Потом сошкрябаешь. Ох, смотри, как там сразу по-теплому, там оно по-другому. Ё-моё. Марат, я вам говорю, если... Косички. Слушай, он на туре стеклодув какой-то. Я поняла, если он вдруг нервничать начнет чего-то вдруг, то я ему дам это ведро, пусть играется. А я могу и сегодня вечером начать, если ты меня неправильно поздравишь. Сегодня же праздник. Марат, смотри мне, сколько там. Хватит, я думаю, хватит. Я тоже думаю, что хватит, потому что... А теперь точно отрежь ножницами. А что дальше ты будешь делать? Ой, Маратик уже разжиживается, все нормально, давай. Венчик наготовь. Масло сколько? Смотрите внимательно. Рецепт удивительный. Масло чуть меньше, чем меда. То есть где-то 150 грамм. Я на глаз. Вот так. А не долил. Так, я начинаю это все сводить. И ты все это своди. Женить. У нас только рюмочки, Марат, твои есть. Марат, Джан, уже очень приятная консистенция получается. Смешалось, да? Да, все, именно поженилось, да. По полной программе. Мука? Где-то, да, чуть больше, чем полстакана. Но мы с Серегой все делаем на глаз. А вы делаете стаканом? Да. Хватит. Все время мешаем, не отходим от этого счастья ни на секунду. Стаканчик водички, ребят. Ага. Щепотку соли. Больше сюда ничего не идет. Сколько по времени? Буквально пару минут сейчас закипит. Или до какого состояния это надо доводить? Оно вот закипит, и мы его будем взбивать. Я понял. А, у меня же блендер домой вернулся. Ёлки-палки. Так мы теперь можем еще, помимо того, что рыбную неделю, еще и десерт дать, короче. Блендер есть, мука осталась. Да, все, что хочешь. Надо бисквит детям будет испечь. О, да, они уже ёлки-палки. Давно хотят и просят. И вафли сделать. Бисквит просто яичный, вот этот, и желков. Там не просто, а очень вкусный. По тете Валиному рецепту. Ты что, не готовил по нашему рецепту бисквит? У меня есть бабушкин рецепт, называется Лейка. Давай, значит, давай сделаем все. Будем махач устраивать. Можем посоревноваться. А там чем перемазываете вы? Ничем. Ну, вот ничем. Просто корж? Просто высокий вот такой вот лейках. Да? Да. Ну а как его кушают? Ртом как? Ну понятно, как, с чем-то? С чаем. Нежнейший бисквит. Ну и кто-то добавляет туда всякие штучки лимонные, всякое такое вот, знаешь, в кондитерских. Я люблю вот как бабушка делала, без ничего. И поверь мне, это очень вкусно. Дай закипеть, дай. Даю. Я гаскудал, сейчас оно быстренько закипит, просто я хочу, чтобы оно... Оно прям так белеет. Не прихватило. Оно, сейчас, когда он начнет взбивать, оно вообще беленьким станет. Класс. А, это потом еще взбивать нужно? Да. Мусс. Марат Джан затянулся. После того, как добавили водички, закипело. Я выключаю. Все, выключаем. И теперь, Сережа, твой выход с блендером. Да, я здесь буду пока мешать. Давай. А у меня уже все готово. Чпунь. Теперь все это чуть-чуть надо взбить. А ну стой. Сейчас я вот так вот его. Марат, еще. Крутяк. Мне вообще кажется, что в этом рецепте самое невкусное это будет рыба. Потому что это все просто шикарно. Я гриль включил на прогреваться, так что сильно с ним не целуйся, чтобы не обжегся.
Тихо, чуть не выпрыгнула. Ну слушай, все? Весь... Все? Да? А ему опять понравилось, Марат. Он сегодня получает удовольствие от процесса. Сереженька, теперь все красиво ты это выливаешь на рыбку. Да. Чтобы с рыбки стекало на яблочки. Ёшкин кот. Я попробую. Аромат медово-шикарный. Удивительно, конечно, что он белый такой стал. Он воздухом немножко это... Обогатился. Обогатился, да. При закрытой крышке надо запекать? Нет. Ребят, у кого нету гриля, работаем в духовочке, 180-190 градусов. Первые 15 минут обычка, у кого есть... Конвекция? Конвекция. Последние 15 минут 20 с конвекцией. Все. Прям на лекции какой-то побывал я только что. И что? Вот такое вот? Вот такое вот. Ёлки-палки, еврейский Наполеон. Прямо как крем заварной почти получился. Немножко у нас получилось нормально. Готов сказать, многовато соуса, нормально. Да ты что, его сейчас изюм всосет? Я туда загоняю? Загоняю. Короче, я его разогрел. Да, серединку убираем. Серединку я на минималку ставлю. Вот сегодня прямо вот так вот пойдем, короче. На этаже. О, Марат! Катюня, я накрываю. Давай. Сколько минут, Марат? 30 минут. До готовности. Да. Планчу на место. Все. Хорошее. Сколько ты сказал? 30 минут. Да я за это время могу еще то филе снять и аккуратненько здесь полосками пожарить, короче, сделать им вкусно перед десертом этим. Ну это совсем другой рецепт. Юшка, да я Юшка. Помню. Ладно. Что мне сейчас надо? Меня ждет тяжелое дело. Он опять пошел играться. Да, отцарапать, короче. Так, Сереж, ты отцарапывай. Марат, дай мне, пожалуйста, ложечку, да. Катюшка, ты иди занимайся детьми, ты сжимать, елки-палки. Спасибо тебе за напоминание, отец. А я отец. Удобнее будет. Ты на что намекаешь, оператор? Это кушать нельзя, это музейный экспонат. Марат, что у нас там по времени все готово? Судя по доске, тоже там музейный экспонат. 28 минут, но я думаю, у нас все готово. Колбаска тоже еврейская. Тихо, еврейскую мою не трогай. Я тебе оставил. И что? Сколько прошло? 28 минут. Готово? Уверен, что да. Красиво? Иди передай всю прелесть. Ничего себе! Катюня, не спали мне только фильмоскоп, здесь температура. Марат, это что-то нереальное вы придумали. Так сегодня праздник, елки-палки. Это придумал не я, на сегодня исполнил. Слышите, ну вы так символично исполнили это в сегодняшний день. Рыба под суфле. Интересно, кто должен готовить, женщина или мужчина? Главное, чтобы ели не это вместе. Ты на что намекаешь? Катюня? Я так рассуждаю. Да, Сереженька? Иди занимай позиции. Какие? Под каким номером? Да их 69, елки-палки. Выбирай любую. Я тебя и спрашиваю. Нет, в Камасутре больше. А, да? Да, намного. Сережка только 69 освоил пока. Марат! Как говорит Алиночка и в Одессе. У нас еще все спереди, Марат. Да. Ой, как мне нравится. Я даже не знаю, как туда что-то всовывать. А вот как обычно. Ты посмотри, елки-палки. Как прям саркофаг. Да? Зашпаклевало, да? Горячее, куда ты руками? Я аккуратненько. Очень горячее. Тебе, наверное, ложка нужна, Сергей? Марат, это так... Слушай! Это новый вид имплантантов. Потрогай. Я такого никогда не трогал. Шедевр. Сегодня день сексов, чтобы не подумали про импланты. Как разрезать это? Да как хочешь. И вообще это надо с яблочком, ложечкой, с изюмчиком, с кусочком рыбы. Да я хочу аккуратненько вот так. Нет, вот. Обязательно, наверное... с рюмочкой водочки. Ну, да. Ой, Марат, у вас что-то есть, что без рюмочки водочки? Когда вкусная еда, нету. Угу. А так как выпивает он постоянно, значит, готовит он все время вкусно. А, так вот что поспособствовало. Ладно, побаловались и хватит.
Серега, ты точно карпа не любишь? Ты такого еще иди хотя бы посмотри, елки-палки. А? Смотри, какой он сочный. Даже не знаю. А? Ну, побулькивает, еще живет там. А все, масло вниз стекло получается? Да нету там никакого масла, кроме того, что было в изюме. Практически изюм все себя впитал. Это сок. Там нету масла, Катенька. А ну вот так вот прямо, как ты говоришь, с подушечкой. Угу. Помочь яблочко, тебе, я уже подготовился. Слышишь? Да я бы после такой порции тоже бы согласился. На 69? Подряд. Серёжка, 69 подряд. Ё-моё, перестань фантазировать. А что? Что там наши... В мяч играют. Детвора, да? Бей посуду, я плачу. Купили такой большой дом, что можно играть в футбол. Не выходя из дома, получается. А что ты взял вот это все и израсходовал? Что именно? Еду всю эту. И ничего в поддончике не оставила. Маме. Вот так вот маме. А вот тут хвост тебе. Хорошо, Серега. Косточки достаю. Там, Маратик, сейчас будешь их доставать. Слушайте, как это красиво. С зубами. Вот это вот сюда, это вот сюда. Ребят, подождите хотя бы минутку. Это очень горячо. Ну, Марат, не хочется это ждать. Да, оставьте на улице. Сейчас такая погода, что я уже готов, конечно же. А ты будешь зеленой? Тарелки? Да. А что, есть разница? Я думал, они одинаковые. Я сначала вот так яблочко с кусочком рыбки, с изюмчиком. Слушай, прямо аж штолиным отдает. Здесь о, такой, кстати! Здесь такой комплект, что мне кажется, что здесь было бы две гвоздички вот кинуть, не помешали бы. Ресторан Архимус готовит штолины, Сережа. Ты слышишь меня? Сегодня я закупила все продукты. Мама дорогая. Да я их и без ресторана готовлю. Что ко мне такое имеет отношение? Ничего, кто хочет, тот может заказать. Заранее, правда. Так ты не ко мне, а к людям обращайся. Люди добрые, кому надо, идите в Инстаграм, вам будет счастье. Да, это... Я думаю, что в этом году опять немногим хватит. Или многим не хватит, потому что мы их печем мало, но... Штук 19 должно быть. Всего лишь, да. Ладно, что мы говорили, кому интересно, Одесса либо в Инстаграме, смотрите, заказывайте, и будет вам счастье. В том году куда не ездили? Да куда только не ездили, даже, да. В Америку, что? В Америку поехал? Поехал, поехал. И в Америку поехал, и в Латвию, и в Литву. И в Германию. Твое здоровье. А ты что взял? Яблоко, изюм, рыбу? Катюня, я взял вот то, что лежало на днище. У меня слов нет. Это Марат. У него нет слов. Катюня? Ты... Такую шарлотку рыбную ты еще никогда не пробовала. Елки-палки, так это еще и без рыбы. Ну, бесподобно. Просто шедевр, а? Марат, ты что, уже съел все? Очень вкусно получилось, Марат. Ребята, Серега убежал к детям. Пробуйте, это феноменально вкусно. Я давно тоже его не ел, этот рецепт. Удивительно. Я прощаюсь за нас обоих. Всем пока-пока. Чао. Чао.